Сегодня у нас такой будет небольшой онлайн-мастер-класс. Сделаем такую легкую тренировочку. Сначала разомнемся. Будет у нас небольшая физическая подготовка. То есть поработаем, разогреемся суставчики. И перейдем к ударной технике. То есть немного побьем руками, немного побьем ногами и коленями. Давайте, ребята, обязательно каждую тренировку у нас начинается с разминки. Первое задание – это наша задача размять голову, то есть руки можем поставить на пояс и поехали. Уклон вперед, та же в сторону. Также стараемся коснуться ухом каждое плечо. И круговые движения. Как в одну, так и в другую. То есть разминка обязательно перед каждой тренировкой, чтобы мы не травмировали наши суставы. На ладонях, на кулаках, на пальцах и на тыльной части запястья. Отжимания будут так. После этого мы будем делать отброс ног с ударом колена, как на одну сторону, так и на другую. Будем делать легкий пресс, то есть задание на пресс. И четвертое упражнение, это у нас будет планка. Но планка именно не классическая на руках. Мы сейчас делаем планку на статику. Ну, все покажу. Планку именно. Ну, сейчас все будет понятно. Давайте, ребят. Стараемся поднять руку с ногой. И стоим. Так, тоже 10 секунд. Сделали, отдыхаем. Но заставляет немного задышать, продышаться. И в домашних условиях они будут очень актуальны. И последнее заключительное упражнение. Это у нас стульчик с широкой постановкой ног. Ребят, руки можем как на груди, так и перед собой. Держим ровно минуту. Поехали. Ноги пошире. Такое несложное упражнение.